Всем привет! Актуальная тема для новостроек – это шумоизоляция потолка. Почему именно шумоизоляция является актуальной темой? Потому что в новостройках, кто когда-либо был в них, то поймет, что можно спокойно слышать то, что делают соседи наверху. Я уже не говорю о том, что делают соседи сбоку. Ну, это уже совсем другая история, поэтому сегодня видео будет про шумоизоляцию потолка. А для начала хочу сказать, что нужно для того, чтобы сделать шумоизоляцию потолка. Во-первых, нужен сам шумоизолирующий материал. Такой шумоизолирующий материал можно купить в магазине. Ну, вы уж понимаете, какой это магазин, любой строительный магазин, где продается данный материал. Ну, в данном случае это будет Leroy Merlin. Также нужны будут средства, чтобы закрепить данную шумоизоляцию на потолке. Они также продаются в магазине Leroy Merlin. Так, ну и еще один момент, это нужно будет приспособление для того, чтобы монтировать потолок. Шумоизоляцию на потолок, если вы работаете один. Если вы работаете не один, то проблема отпадает. Второй человек, который будет с вами, он спокойно вам поможет. Но если вы все-таки будете это делать один, то вам нужно будет такое приспособление, которое позволит вам удержать этот мат шумоизолирующего материала в тот момент, когда вы его будете фиксировать на потолке. Такое приспособление я сделал сам. Цена данного приспособления вышла где-то примерно 100 рублей. Это два бруска 20 на 30 по цене 24 рубля и немножко саморезов. Саморезы 41 по дереву. Вот с помощью вот этого всего, в общем, я собрал такое приспособление, которое удобно позволит вам, облегчит задачу в монтаже шумоизолирующего материала на потолок. В чем заключается фишка данного приспособления? Приспособление – это то, что вы ложите мат на это приспособление, и за счет саморезов, которые торчат примерно на 2 см от бруска, будут удерживать этот материал от скатывания, соскальзывания с этого приспособления, и тем самым будете легко монтировать данный материал на потолок и прижимать как можно плотнее его к предыдущему материалу. Вот, в общем, такой вот лайфхак создания данного приспособления, недорогого, сразу скажу, и легкого. Самое главное, легкого, потому что, работая на потолке, нужно как можно облегчить, как можно больше облегчить себе задачу, потому что очень неудобно монтировать что-то на потолок. Скажу к слову, что еще нужен вам инструмент, который позволит вам выполнить работу наиболее быстро и, как можно сказать, удобно. Ну, это, соответственно, нужен аккумуляторный инструмент. Если же у вас такого нет, то можете уже использовать обычный электрический инструмент, перфоратор, шуруповерт, ну и тому подобные приспособления. Вот, ну и как-то так, в общем, монтируйте шумоизоляцию на потолок. Это делается просто, начинается от угла и по всему периметру, в общем, прогоняете этот шумоизолирующий материал. После монтажа шумоизоляции вы услышите то, что звук в комнате стал наиболее приглушенный,
и шаги и голоса соседей сверху стали менее слышны. Поэтому используйте данный шумоизолирующий материал для того, чтобы сделать слышимость в вашей комнате соседей сверху как можно тише. Ну, в общем, на этом у меня все. Видео про монтаж на потолок шумоизолирующего материала фирмы Rockwell, я думаю, можно закончить. Всем спасибо за внимание. Если вы остались довольны данным видео, ставьте пальчик вверх. И если еще до сих пор не подписались на канал, подписывайтесь на канал. И до новых встреч на новых видео. Всем спасибо, всем пока.